Благотворительную елку в байк-центре мотоклуба «Ночные волки» посетили юные жители Звенигорода. Бесплатное приглашение получили воспитанники местного психоневрологического интерната, ребята из многодетных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Их ждала добрая красочная сказка со спецэффектами и трюками на мотоциклах. А Деда Мороза и Снегурочку привез на представление знаменитый хирург Александр Золдостанов. Такое необычное появление вызвало у детей настоящий восторг.